хотела бы? Да. Надо спросить у тети, у нее случайно нет удочки и снасти? Одна у меня знакомая, муж не так с мостика ловит, он заходит в водичку и там стоит ловит. Ну, правда, он не поймал ни одну рыбу, но они каждый раз заходят после пляжа в магазин и покупают на ужин рыбку. Ну, сам процесс ловить. Почему-то себе так Южную Каролину представляла, что это будет такой открытый океан. Думаешь? Ну, я думала, что это будет какой-то Канкун, вот так открыто, да. Я думала... Ну, смотри, посмотри вот туда прямо. Посмотри, сколько людей купается. Вот даже через камеру. Смотри, сколько людей купается. А если мы придем днем, то мы тоже сможем купаться. Ну, да. Сейчас уже холодно. Ты не помнишь, между какими домами мы заходили? Чё? Ты не помнишь, между какими домами мы заходили? Между тем и тем. Самые большие. А, да? А, нет, между розовым и самым большим. Между розовым. Все отлично, потому что я, например, не помню. Можно бы, конечно, фотки посмотреть, но... А я помню. Я прям помню эти пальмочки, как мы заходили. Помню. Ага, отлично, супер. Просто нам нужно бы по той улице подняться на одну улицу вверх. А ты когда ты купаешь? Я завтра буду купаться. Я тоже. Что говоришь, зайчик? А ты когда-то думал, что я смогу подержать рыбу? Нет. Посмотреть фотографию тебя с рыбкой. Давай.